Всем привет, меня зовут Катя Самбука. Ребята из магазина Пульсар Гуру попросили меня показать вам, как правильно закрывать крышечку батарейного отсека в тепловизионном прицеле Пульсар Apex. Мужчины, оказывается, большинство из вас делает это неправильно. Несмотря на то, что процесс закрывания крышечки описан в инструкции, на самом приборе есть наклеечка. Вот она. Если закрыть крышечку неправильно, то прицел может выключаться при выстреле, а внутрь туда будет попадать водичка. Это очень плохо. Смотрите внимательно, как правильно устанавливать батарейки в вашем прицеле. Поверните ручку крышки контейнера батареи против часовой стрелки в положении Open и снимите ее. Установите две батареи внутрь контейнера, соблюдая полярность, как это указано на крышечке. Поверните ручку крышки контейнера батареи по часовой стрелке, чтобы из нее выдвинулись защелки. Установите крышку контейнера батареи на место, надавите на нее до щелчка, и крышка закроется. Ну вот и все. И это было несложно. В следующем ролике я покажу вам, как пристрелять ваш тепловизионный прицел с помощью всего одного выстрела.